Здравия всем любителям хоккея! Мы продолжаем публикацию лучших моментов сезона НХЛ. Сегодня у нас лучшие моменты россиян. Поздравляем Фоксов, которые угадали тему выпуска. Пишите в комментариях, какой будет следующий итоговый топ, и вы тоже обязательно попадете на нашу доску почета. Ну а теперь к лучшим моментам россиян. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Открывает наш топ Кирилл Капризов и его солидный силовой проход в матче против Нью-Джерси Девилс. Отличный финт ногами, шикарная игра корпусом и, конечно же, точное завершение. Молодец! Вратарь гоняла – это популярное дворовое амплуа в футболе. Но, похоже, что-то подобное появится и в хоккее. Ведь Игорь Шестеркин готов ввести в моду вот такие пасы под чужую синюю. Точно на крюк клюшки партнера. Великолепный пас. Передач между собственных ног в этом году было сделано великое множество, но мы выделим сегодня два. Евгений Додонов, рискуя получить серьезную травму, отправил на чистый лед Зака Уайтклауда, который попал так попал. Александр Барабанов также был на грани того, чтобы опасно впечататься в борт, отдавая слепой пас на Логана Кутюра. Но обошлось как нельзя лучше, без повреждений и с голом. Невероятную технику, терпение и интеллект продемонстрировал в этом эпизоде Егор Чинахов. Не стал идти на пролом, а очень тонко, в стиле Павла Дацука, убрал шайбу от Фредди Андерсона и забил уже в пустой угол ворот. Великолепный гол! Пособие от Артемия Панарина, как двумя касаниями обыграть главного защитника команды соперника и бросить мимо топового вратаря. На раз-два Артемий раздел оборону Флориды. Мастерюга! Андрей Василевский каждый сезон выдает сейвов на отдельную подборку. Этот чемпионат, разумеется, не стал исключением. Сегодня мы выделяем работу Васи на перемещениях. Как он успевает сдвинуться в нужный угол, растянуться и перекрыть собой все ворота? Уму непостижимо. Вот и не знают нападающие, что с ним делать. Главная задача партнеров Никиты Кучерова – быть готовым к абсолютно любой передаче. Вот он делает пас, не глядя на своего капитана. Стивен Стэмкос точен. Вот он одним легким движением корпуса отправляет Аарона Экблада куда подальше. Кори Перри не промахивается. А вот пас из-за ворот, спиной к партнеру, да еще и за доли секунды до конца матча. Росс Колтон заканчивает вообще все. Куч гений. Иван Проворов умеет приносить победу своей команде, особенно в овертаймах. Даром, что защитник. Открылся на синей линии, не заметил сопротивления соперника и разбросал по разным углам вратаря и шайбу. Отличный момент! Для Евгения Малкина не принципиально, сколько человек будет защищаться против него. Два, три, неважно. Он готов обыграть их всех и точно бросить. В этот раз не повезло Детройту.
Владимир Тарасенко в этом году исполнил два великолепных сольных номера. Против Kings в ход пошел шикарный обыгрыш и неотразимый бросок под перекладину. А Баффало не повезло получить от Владимира гол одной рукой. Он такое уже когда-то делал и решил освежить в памяти болельщиков те прекрасные чувства. Тарасенко лучший! Первое место. Владимир Тарасенко, Сент-Луис Блюз. Бонус сезона! В напряженной серии буллитов Александр Георгиев сыграл не только как человек без нервов, но и как любитель прекрасного. Сейв Скорпиона в столь ответственный момент выглядел особенно впечатляюще. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент в исполнении россиян вам запомнился в этом году больше всего и почему. Если вам понравилось это видео, ставьте свой русский хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. А с вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока.